하나님 오늘 또 하나님의 말씀을 증거받게 하시고 또 하나님의 말씀을 들을 수 있도록 은혜하심을 감사드립니다. 이 시간 주의 말씀 우리의 영혼을 새롭게 하여 주옵소서. 우리의 인생을 인도하여 주옵소서. 말씀은 살아있고 운동력이 있다고 하셨사오니 이 시간 우리의 마음의 모든 생각과 편견들이 내려지게 하시며 하나님의 말씀이 깨달아지는 은혜가 있게 하여 주시고 믿어지게 하여 주시고 현장에서 우리의 삶의 현장에서 말씀이 그대로 이루어지는 것을 체험하는 주인공이 되게 하옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. 모든 사람들은 어려움을 겪지요. И все люди проходят через трудности. 아마 한 사람도 예외 없이 다 어려움이라는 것을 겪으면서 살아갑니다. Наверное, не считая, не убирая даже одного человека, все проходят через трудности. 그런데 그때마다 우리는 그 원인을 좀 알아보고 싶어 해요. Но мы хотим каждый раз узнать причину. 고난이 오고 재앙이 오거나 심각한 문제에 빠지면 원인이 어디 있는가라는 생각을 하게 되죠. И мы задумываемся, если приходят какие-то проблемы или страдания, мы думаем, откуда же это все исходит? 그냥 보편적으로는 두 곳에다가 원인을 찾으려고 합니다. И в основном мы хотим найти две причины. 하나는 세상 탓을 하는 겁니다. Первая причина это обвинять этот мир. 내가 이렇게 어려워지고 내가 이렇게 심각한 고통을 당하는 것은 이 세상 문제가 있다. 세상이 잘못되어 있다. 이렇게 생각하는 겁니다. И мы говорим, что страдания, через которые я сейчас прохожу, это все из-за этого мира. 이제 그래서 이 세상을 이제 바꿔야 되겠다. 이렇게 하는 사람들이 쉽게 말하면 무슨 정치적인 어떤 의도를 가지고 이제 그것에 도전하는 사람들이죠. И очень много людей, которые взглядом на политику смотрят, что мы должны изменить это. 봉건주의 사회가 무너지고 또 많이 근대화가 이루어지는 이런 과정에서 이 계급이 만들어지잖아요. 잘 사는 사람, 못 사는 사람. 이 문제는 제도가 잘못됐다 이렇게 생각하고 사람들은 거기에 원인을 두기 시작했습니다. И этот мир меняется, и люди начинают сами проверять, из-за чего же стало людей, которые много бедно живут, а еще они разделяются, что кто хорошо живет. 그래서 모두가 같이 노동하고 또 모두가 다 같이 나누고 하는 세상을 만들면 얼마나 좋겠는가 이렇게 생각하고 이제. 제도를 하나 만들었죠. И люди сами говорят, насколько было хорошо, если бы мы жили бы на одном уровне. 그게 이제 흔히 공산주의라고 하는 제도입니다. Это называется коммунизм. 세상의 고통, 경제 문제, 가난 문제를 세상 탓으로 보고 그것을 바꿔보려고 했던 거죠. И все страдания и проблемы, которые у человека есть, они обвиняют этот мир и хотят изменить это. 그거는 한두 사람이 생각한 게 아니고 많은 똑똑한 사람들이 막 굉장한 천재 같은 사람들이 그런 이론들을 만들어낸 겁니다. И не один два человека об этом думают, а многие люди, даже ученые думают. 그리고 그것을 실제 실현을 해본 거죠. И также это по правде они практикуют. 그런데 결과는 비참했습니다. Но заключение всегда было нехорошее. 빵 한 조각도 얻어먹을 수 없을 만큼 비참하게 무너져버렸어요. Настолько они все разрушили, что ни копейки не осталось. 그게 우리가 알고 있는 러시아 공산주의가 완전히 무너진 것을 우리는 보게 되죠. И мы знаем то, что российский коммунизм он в конце концов разрушился. 이렇게 사회 문제, 제도의 문제로 두고 그것을 사람들은 고난의 원인을 그렇게 두고 해석해 보려고 하는 사람들이 많았다는 거죠. И очень много людей говорят, что на то время было, когда смотря на социальные проблемы, они хотели обвинять в этом во всём. 또 하나가 있습니다. Есть ещё одно. 그건 사람 탓을 하는 겁니다. И это обвинять человека. 내가 사람을 잘못 만나서 이렇게 된 거다. Говорят, что я вот не встретил нормального человека из-за этого так. 그래서 이제 흔히 이제 가족 탓도 하고 형제 탓도 하고 주변 사람 탓도 합니다. Из-за этого начинают обвинять своих близких и даже своё окружение в этом. 이 불행의 원인이 사람 때문이라는 생각을 진짜 많이 합니다. И человек думает, что все проблемы исходят от человека. 내가 이 결혼만 이렇게 하지 않았으면. Но а если бы не так? 내가 이런 부모만 안 만났더라면. А что бы если бы я не того родителя встретил бы? 내가 이런 형제들을 안 만났더라면. А если бы у меня не было такой семьи? 그래서 이 고통의 원인을 이제 사람에게 원인을 두는 경우. И все причины страданий человек ищет
в человеке. 이제 그래서 거기서 많은 불행한 일들이 일어나는 거죠. И поэтому внутри этого происходят всякие бедствия. 사람을 바꾸면 안 될까? Что они говорят? А что если изменить человека? 근데 이제 뭐 이혼하고 결혼하고 이런 것들이 이제 사람 때문에 이제 일어난다고 생각하고 사람을 바꿔 보는 거죠. И человек думает, что это всё из-за человека, и из-за этого происходят многие также разводы. 근데 그런 일은 성경에도 나와요. Но такие дела также говорится, что в Библии. 사마리아 수가성 여자도 결혼을 다섯 번이나 했잖아요. То что женщина из Самарии она пять раз была замужем. 사람이 문제구나 싶어서 남자를 다섯 명 바꿔 본 거죠. Она думала, что проблема в человеке, из-за этого она даже пять мужчин поменяла. 근데 신통치가 않은 거예요. Но все равно она не была довольна. 바꿀 때는 좀 될 것 같았는데 문제가 계속 오는 거죠. Вроде бы она поменяла, но все равно проблемы приходят. 이제 바꿀 수 없으면 뭐 심지어는 뭐 자기 탓으로 이제 돌리기 시작하죠. А если невозможно изменить, этот человек начинает сам себя обвинять. 이제 남 탓을 하게 되면 진짜 극단적으로는 경우는 어떤 살인도 일어나고 자기 탓으로 하면 자살도 하고 막 이렇게 됩니다. Когда обвиняет другого человека, начинает происходит они убивают, а когда самого себя обвиняют, они заканчивают самоубийством. 이게 세상 사람들이 문제, 고통을 그 원인을 보는 대표적인 방법입니다. И это самый главный способ, что люди таким образом видят. 거기서 뭐 원망, 불평하고 살다 가는 거죠. И с того момента начинается и ропот, и все остальное. 어떤 사람 그러잖아요. 내 전생에 무슨 죄가 많아서 이렇게. Какой-то человек говорит, чем я так согрешил, что я так живу? 내가 다음 생에 태어나면 이 인간하고 안 만난다. 뭐 이런 생각도 하죠. Есть такие люди, которые думают, если у меня будет другая жизнь, я не встречу этого человека. 자. 그게 과연 답일까요? Разве это ответ? 성경은 전혀 다르게 얘기하고 있어요. Библия говорит совсем о другом. 성경은 그 고통의 원인을 세상 탓도 사람 탓도 아니라고 하는 거예요. Библия говорит, что причины страдания это даже не из-за человека и не из-за этого мира. 이거부터 이해하는 것이 굉장히 중요한 겁니다. И очень важно понимать это. 여러분, 크리스천이 된다고 하는 것은 어떤 면에서요? 그냥 단순히 예수 믿어 이게 아니라 인간의 문제의 원인을 보는 것부터가 달라져야 돼요. Когда мы называем себя христианами, это не потому, что мы хорошо верим в Иисуса, а потому, что мы знаем настоящую причину. 교회를 다니고 예수님을 믿으면서도 여전히 세상 탓하고 사람 탓한다. 이 사람은 크리스찬이 아닙니다. Если человек, посещая богослужение, до сих пор обвиняет человека или богослужение, значит, он не понял. 그죠? 여전히 세상 바꿔야 돼. 저 인간 바꿔야 돼. 그러고 있으면 이 사람은 크리스찬이 아니에요. И христианин не тот, который даже приходя в церковь говорит, что нужно изменить этого человека или поменять что-то. 몸만 교회 와 있을 뿐이지 이런 영적인 원리를 전혀 모르고 있는 거예요. Просто тело находится внутри церкви, а на самом деле внутри он не знает духовную правду. 성경은 불행의 원인을 아주 다른 데서 찾습니다. И Библия нам говорит способ страдания и решения совсем по-другому. 그게 뭐냐면 창세기 3장에서 아주 기가 막히게 설명하고 있어요. И нам это объясняется именно Бытие в третьей главе. 사단이라는 존재가 있다는 거예요. Говорится, что есть существо по имени Сатана. 인간은 그냥 육신적으로 이렇게 뭐 우리가 육체적으로 정신적 이것만 이루어진 존재가 아니고 영적인 세계가 있다라는 거예요. Человек говорится, что он не только по плоти, а то, что у него еще есть и духовный мир. 그 영적인 세계에 문제가 왔다는 거예요. Говорится, что пришла духовная проблема из духовного мира. 이게 성경이 보고 있는 문제의 진단의 내용입니다. И это сразу же Библия нам говорит про этот диагноз. 사단이라는 존재가 우리의 삶 속에 개입했다고 하는 거예요. Говорится, что существо по имени Сатана вошел в жизнь человека. 그래서 우리는 사단에게 속아서 하나님과 분리되는 인생을 살게 된데 이게 모든 재앙의 원인이라고 말하는 겁니다. И Библия говорит, что человек отошел от Бога, и все бедствия начали к нему приходить, и это есть причина страдания человека. Библия говорит. 이것을 가리켜서 원죄라고 하는 겁니다. Смотря на это, говорит, что это первобытный грех. 성경은 모든 사람은 죄를 범하였음이 할 때 그 죄는 내가 뭐 수박 서리하고 참외 서리하고 그걸 말하는 게 아니에요. И Библия говорит, что все люди согрешили, это не говорится о каких-то поступках. 누구 미워하고 거짓말하고 이걸 말하는 게 아니에요. И Библия не говорит, что обманывали из-за чего-то. 물론 그것도 잘한 건 아니지. 그러나 성경이 말하는 진짜 인간의 불행의 원인은 그런 우리의 약간의 행동 때문이가 아니라 근본적으로 하나님과 분리된 문제라고 합니다. Это тоже не хорошо, но Библия нам говорит настоящую проблему. Это говорит, что от того, что человек отошел от Бога. 하나님과 분리됐다는 얘기가 도대체 뭐냐 이거죠? Говорится, что а что такое то, что человек отошел от Бога? 원래 인간만 영적인 세계를 알도록 태어났다는 거예요. Вначале
человек он родился чтобы быть вместе с Богом. 인간은 하나님의 형상대로 원래 창조된 존재였어요. И человек такое существо, которое был с самого начала сотворен по образу Божьему. 근데 사단과 사단에게 속은 순간 그 영의 세계가 죽어버렸다는 거예요. Но с того момента, как он отошел от Бога, обманувшись сатане, его духовный мир, он стал мертв. 그래서 죄인이냐 아니냐를 뭐 가지고 보면 되는 줄 아세요? И поэтому, смотря грешник он или не грешник. 성경이 말하는 죄인이다 아니다는 그 사람이 양심, 윤리, 도덕 이걸 가지고 보는 게 아니에요. 이 когда мы говорим, что это человек грешник, мы не говорим, смотря на его просто обложку. 하나님을 믿지 않는 것이 죄라는 거예요. 그래서 что грех это не верить в Бога. 그 시편 14편에 이런 말씀이 있어요. Псалом 103 главе есть такое слово. 어리석은 자는 그 마음에 이르기를 하나님이 없다 하는구나. Безумец говорит сердце своим, что нету Бога. 자. 그것이 부패한 것이고 그것이 그 행실이 악한 것이다라고 말하고 있어요. 이것은 что это злое дело. 잘 생각해 보세요. 그러면 모든 인간이 태어났을 때 하나님을 알까요, 모를까요? Хорошо подумайте, когда все люди рождаются на этой земле, все они знают Бога или не знают? 하나님을 모르고 태어납니다. Они рождаются не зная о Боге. 그래서 모든 인간은 죄인이라. Поэтому говорится, что все люди грешники. 성경은 뭐냐면 원래는 하나님을 알게 돼 있었다는 거예요. Библия говорит, что в начале Бог был сотворен, чтобы знать Бога. 하나님의 형상대로 창조됐던 것이었다는 거예요. Потому что он был сотворен по образу Божьему. 그래서 하나님과 소통하면서 인간은 에덴 같은 삶을 살았다는 거예요. Говорится, что человек он был взаимопонимание вместе с Богом и они жили в этом. 어떤 면에서 우리가 하나님을 떠나지 않았더라면 인간은 굉장히 만족스러운 삶을 살았을 것이라고 여겨집니다. И в какой-то степени, если бы мы не отошли от Бога, наверное, мы бы сейчас жили бы с Богом взаимопониманием, взаимообщением. 하나님을 떠난 인간은 그 만족이 없으니까 그 만족을 해보려고 몸부림치다 보니까 물질의 성공에 거기에 집착하게 되는 거예요. И человек после того, как отошел от Бога, начинает хочет добиться успеха и хочет иметь много материального. 그래서 거기에 욕망이 생기고 욕심이 생기고 이렇게 되는 거죠. И поэтому оттуда во всё начинается выходить амбиции некоторые. 왜냐? 채워지지 않는 게 있다는 거예요. Почему? Потому что что-то не заполняется. 그 프랑스의 유명한 철학자 파스칼이라는 사람이 이런 말을 했어요. И в Франции есть великий учёный Паскаль. 예, 그 사람이 쓴 책이 그냥 팡세라는 책이 있는데 그 책에 이런 얘기가 있어요. И он написал одну книгу. 인간에게는 모든 인간에게는 채울 수 없는 빈 공간이 있다. Что у всех человеков есть такое место, которое никогда невозможно заполнить. 그것에서 모든 것을 빨아들인다. И это место, оно очень больное место. 인간은 그래서 욕망이라고 하는 그 세계를 빠져나올 수 없다. 뭐 Поэтому человек не может выйти из того мира, как амбиции. 왜 그게 생겼을까 인간에게? Говорится, что почему же это появилось у человека? 어떤 사람이 그 방송에 보니까요 계속 먹는 거예요. И какой-то человек, если посмотреть телевидение, он кушает каждый раз. 근데 보니까 엄청 먹어요. И он очень много ест. 근데 계속 허전하대요. Но говорится, что он все равно как будто чего-то не хватает. 계속 허전, 계속 먹는 거예요. И так как чего-то не хватает, он всегда ест. 그게 과연 그 위가 과연 비어서 허전할까요? Разве что-то не хватает, потому что у него желудок большой? 다른 문제가 있는 겁니다. Потому что есть другая проблема. 그러니까 그냥 채워지지 않는 뭐가 있는 거예요. 그래서. Есть просто одно то одно вещь, которую невозможно заполнить. 어떤 사람은 계속 떠돌아요. Какой-то человек он постоянно ходит. 우리가 옛날에 그 역마살 꼈다고 그랬는데. И мы раньше у нас была пословица такая. 그 채워지지가 않아서 그런데. Потому что что-то не заполняется. 그게 영적인데 문제가 왔기 때문에 그런 겁니다. Это потому что пришли духовные проблемы. 가져도 만족이 없다. 영적인 데부터 문제가 와서. Насколько человек не имел, он еще раз хочет чем-то завладеть, это потому что духовная проблема у него. 그래서 이 부분을 해결받지 않으면 무엇을 해도 인간은 참 만족이 없다는 거예요. Говорится, что если не получить разрешение на эту проблему, то у человека никогда не будет удовлетворения. 이게 성경이 원인을 제공, 원인을 얘기하는 가장 확실한 얘기입니다. И это уверенные слова, которые нам Библия говорит об этом. 그래서 영적인 부분을 알고 요 부분의 치유가 되면은 그때부터 인간은 참다운 만족과 평안이 온다는 거예요. А если знать духовное и получить духовное исцеление, то с того момента человеку приходит покой. 이걸 모르면요, 오로지 육신적인 걸 가지고 내 허전함을 채우려고 합니다. А если не знать это, мы всегда будем стараться заполнить себя чем-то плотским. 성경에 나온 유대인들이 어땠냐?
А вот какие были люди иудеи, которые Библию говорят? 하나님은 이렇게 영적인 부분에 답을 줬는데 유대인들은 그 말을 못 알아들었어요. Господь дал духовный ответ на духовную проблему, но они не понимали. 그들은 어떻게 생각했냐면요. 막 굉장히 성공하고 굉장히 출세하고 그러면 행복할 줄 알았어요. А как они думали? Они думали, что если хорошо зарабатывать и добиться успеха, то можно стать счастливым. 그래서 유대인들은 그렇게 열심히 살고 그렇게 열심히 성공하고 했지만 결과 딱 다가온 결과는 뭐였죠? 아, 유대인들 очень усердно жили и добились много чего, добились успеха, а заключение каким? 노예, 속국, 포로, 그리고 2000년간의 디아스포라. 그게 그들의 운명이었어요. Их не судьба была такова, что они попали в рабство, в плен и даже в колонизацию, и в течение 2000 лет они все разошлись. 아, 그 사람들은요, 열심히 착실하게 살면은 행복할 줄 알았어요. Они думали, что если жить усердно, усердно что-то делать, то возможно стать счастливым. 그래서 그들은 율법을 열심히 지켰던 겁니다. И поэтому они очень хорошо почитали закон религии. 그러나 그들의 그 깊은 곳에 있는 이 허전함이 채워지지 않는 거죠. Оно то, что в них было пустое, они не смогли заполнить. 이런 영적인 원인을 모르고 방황했던 유대인을 향하여 주님은 안타까웠던 거죠. И смотря Господь на этих иудеев, которые не смогли понимать духовное, Господь сказал. 오늘 본문에 뭐라고 얘기합니까? И что сегодня в кафедре говорится? 37절 보니까 예루살렘아 예루살렘아 이렇게 얘기해요. 이 37절에서 예루살렘 예루살렘. 이게 두 번 얘기했던 건 뭐냐면 안타까움을 얘기하는 거예요. А что такое то, что Господь два раза это сказал, потому что он жалился. 예루살렘은 유대인의 수도입니다. Иерусалим это был столицей. 이스라엘 사람 중에 똑똑한 사람은 다 모여 사는 곳이에요. И это место, где жили все умные люди. 오늘로 말하면 서울아 서울아 이거 같은 얘기겠죠. 예, по этот день как будто говорится, что Сеул и Сеул. 그런데 38절에 뭐라고 나오죠? А что говорится в 38-м стихе? 근데 너희 집이 황폐하고 버려졌구나. Все оставляется вам дом ваш пуст. 그 이스라엘 사람들이 그렇게 열심히 살았는데 결과가 뭐냐? 황폐하고 버려져 있던 거예요. Говорится, что израильские народ так усердно жили, но в конце концов они стали пустыми. 여러분 뭐 너희 집이 황폐하고 버려졌다 이 말은 무슨 사람이 살 수 없게 됐다는 거예요. 아, что говорится, что теперь дом ваш пустой, это потому что никто теперь не сможет там жить. 왜 이스라엘은 이렇게 황폐하고 버려졌을까? Почему же израильский народ он стал брошенным? 근본적으로 들어가면요, 영적 세계를 몰랐기 때문에 그래요. А если войти глубже, то потому что они не знали духовный мир. 여러분, 교회를 다닌다고 영적 세계를 알겠습니까? Если человек ходит в церковь, разве он сможет говорить, что он знает духовный мир? 교회 다니면서 교회 생활을 알 수는 있어도 영적 세계는 하나님이 열어줘야 돼요. Человек ходя в церковь, он может просто ходить, пребывать, но духовный мир дает Бог познать. 사실은 이 말씀을 통해서만 영적 세계를 알 수가 있어요. По правде, духовный мир можно познать только через Слово Божье. 유대인들에게 세 가지 심각한 잘못 각인된 게 있었습니다. У иудеев было три неправильных запечатленных. 이것 때문에 이들이 황폐해진 거예요. Из-за этого они все рассеялись. 하나는 뭐냐면 선민 사상이었어요. Первое это элитизм. 이거는 하나님과 전혀 반대되는 사상이세요. 선민 사상. И это элитизм, который был совсем напротив. 이스라엘 백성에게 하나님이 성경을 줬잖아요. Бог дал израильскому народу Библию. 또 이스라엘에게 하나님께서 이 신앙도 줬고요. И также Бог дал израильскому народу также веру. 근데 유대인들은 어떻게 생각하냐면 우리 유대인만 구원의 대상이라고 생각합니다. Но как они думали, евреи думали, что только мы должны получить спасение. 그 구원도 영적인 세계로 이해한 것도 아니에요. И это спасение, которое они знали, это не потому, что они познали духовный мир. 굉장히 세속적인 의미로 봤던 거예요. Они поняли это по-своему. 또한 그들은 율법에 빠져 있었어요. А во-вторых, они еще впали в закон религии. 율법적으로 착하고 성실하게 열심히 살면 뭔가 축복이 올 거라고 생각을 했어요. И думали, если они будут почитать закон религии, то к ним будут приходить какие-то благословения и ответы. 여러분, 율법주의의 특징이 뭔지 아세요? А вы знаете ли особенность религии? 사람이 노력해서 못할 게 없다. 이게 그 근본 뿌리예요. И основной корень они говорят, что нету ничего, чтобы человек не смог. 그래서 어떤 면에서 그 유대인들이 굉장히 그 열심히 하는 사람들입니다. И в какой-то степени иудеи те люди, которые всегда усердно делали. 사람이 노력해서 못할 게 없다. Они говорили, если человек будет стараться, нет ничего невозможного. 거기에 뭐 반대가 뭐예요? 하나님의 은혜는 필요 없다는 거예요. А вот если наоборот посмотреть, они говорили, что Божья благодать она не нужна. 뭐 하나님이 돕는다는 거 그거 다 쓸모없는 거다. 열심히 살면 돼. Они говорили, что то, что Бог помогает, это тоже не нужно, что можно просто усердно жить. 그리고 또 하나는 뭐냐면 지극히 세속적이었어요. И еще в-третьих, они еще все
в этом мире. 눈에 보이는 문제 해결하면 돼. Они говорили, что проблемы, которые видно глазам, можно разрешить. 정치가 문제, 정치 바꾸면 돼. А если проблема в политике, то можно изменить эту политику. 사람 바꾸면 돼. И можно изменить человека. 돈 벌면 되고 성공하면 돼. Можно зарабатывать деньги и можно добиться успеха. 그러니까 메시아도요, 정치적인 메시아를 기대한 거예요. И поэтому они ждали мессию, но они ожидали именно политического мессию. 한마디로 말하면 영적 세계가 이해가 안 되는 거예요. Другими словами, они не понимали о духовном мире. 그래서 유대인들은 굉장히 똑똑하고 열심히 산 사람들입니다. Иудеи, они были очень умные люди, и те люди, которые очень усердно жили. 아니, 오늘날에도 전 세계에서 노벨상 제일 많이 탄 나라가 유대인들 아닙니까? И даже на этот день очень много людей, иудеев, которые получили Нобелевскую премию. 작은 나라, 진짜 지구상에서 보면 엄청 작은 나라인데 그 소수의 인구가 저 강대국 미국을 움직이고 있잖아요. Очень маленький народ и маленькая страна, они сейчас завоевали даже Америку. 여러분, 우리가 뭐 세계적인 기업들 있잖아요. 그 기업들의 그 CEO들 보면 대부분 유대인들입니다. А если посмотреть большие компании, все президенты, они в основном все являются иудеями. 근데 이스라엘의 역사는 한마디로 말하면 재앙의 역사. Но история Израиля, если посмотреть, то это бедствие. 그들은 그렇게 열심히 하는데 재앙은 계속 오는 거예요. Они так усердно что-то делали и жили, но бедствия всегда приходили. 뭐 얼마 전에도 뭐 이스라엘에서 막 하마스 막 서로 미사일 보내고 난리도 아니었죠. 앞으로 얼마 또 있으면 또 할 겁니다. 예. И недавно Израиль он воевал с ближней страной и они пускали друг другу ракеты. 너의 집이 황폐해지고 버림받았구나. Говорится, что твой дом он брошенный и рассеян. 이게 무슨 얘기냐면 영적인 세계 모르고 열심히 살아봐야 황폐하고 버림받을 수밖에 없다는. 아, 좀 이따 говорится, говорится, что насколько бы ты не жил усердно, если не за духовный мир, то все рассеется. 이거를 깨닫는 게 굉장히 중요합니다. И очень важно осознать это. 그러니까 이게 좀 노력해서 뭔가 될 것 같은 사람들 있죠. 또 열심히 해서 내가 뭐 좀 돈 좀 벌고 성공 이런 사람일수록 영적인 세계에 대해서 관심이 없어요. Еще есть люди, которые говорят, что если чуть-чуть постараться, то все получится. Такие люди в основном не понимают духовный мир. 주님이 안타까운 거예요. И поэтому Господь он жалился. 그래서 예루살렘아, 예루살렘아. И поэтому сказал Иерусалим, Иерусалим. 아니 똑똑하구나. 잘났는데 문제는 니들이 불행하구나 이 얘기예요. Господь говорит, что вы все очень знатные и умные, но очень жалкие. 네가 열심히 살았는데 최선을 다했는데 그리고 나름 착실한데 불행하구나 이 얘기예요. Говорится, что ты жил усердно и старался, но в конце концов все равно ты жалок. 여러분 우리가 이걸 알아야 됩니다. И мы должны знать это. 아 사람이 착하게 살지 말란 말이 아니에요. 그게 불행을 막을 수 없다는 거예요. Не говорится, чтобы человек не жил больше не стал жить добрыми делами, а что это не сможет остановить бедствия. 열심히 살지 말란 말이 아닙니다. 열심히 살아야죠. 근데 그게 불행을 막을 수 없다는 거예요. Не говорится, чтобы впредь не жили усердно, нужно жить усердно, но говорится, что это не остановит бедствия. 손톱이 빠지도록 일한다고 해서 행복해 온냐? 그렇지 않다는 거예요. Если мы будем работать до того, как что наши ногти они упадут, но она ничего нам не сделает. 그러면 그냥 놀자 그냥 마구 놀자. 그럼 그것도 행복이 없니까? 그것도 아니에요. А что если тогда не работа, а просто гулять и развлекаться? Это тоже не способ. 논다고 행복이 오는 것도 아니고 열심히 한다고 행복이 오는 게 아니고 행복이 오는 길은 다른 데 있다라는 거예요. Счастье приходит не потому, что мы усердно занимаемся чем-то, или не потому, что мы развлекаемся, а счастье исходит от другого места. 오늘 39절 답을 얘기합니다. И сегодня в 39 стихе нам говорится ответ. 내가 너에게 이르노니 이제부터 너희는 찬송하리로다 주의 이름으로 오시는 이어를 할 때까지 나를 보지 못하리라. 이 восказываю вам, не увидите меня отныне, доколе не воскликнете, благословен гряды во имя Господне. 이 불행, 이 황폐하고 버림받은 것을 바꾸는 비밀이 있다는 거예요. Господь говорит, что есть тайна, чтобы изменить это. 주의 이름으로 오시는 일을 알 때부터요. Это с того момента, когда мы начинаем знать дела Господа. 주의 이름으로 오시는 일을 깨달을 때부터 인생은 달라질 거라는 거예요. 그래서 что с того момента, когда мы понимаем о приходе Господа, то наша жизнь она начнет 예루살렘은 바뀔 거라는 거예요. 그래서 что Иерусалим тоже изменится. 너의 집안은 바뀔 거라는 거예요. То что ваш дом, ваш род тоже 너의 изменится. 너의 가문은 바뀔 거라는 거예요. Что ваш род и семья тоже изменится. 할렐루야. 할렐루야. 네, 저는 이게 너무 엄청난 비밀인 것 같아요. 야, 우리가 뭘 열심히 하라가 아니라 그리스도를 하나님이 주께서 보낸 자를 보내신 분을 알 때 그때 Я считаю, что это самое большое благословение, так с того момента, когда мы начинаем познавать Господа, все ответы начнут приходить. 주의 이름으로 오신 이가 누굽니까? А кто такой приходит по имени Господа? 성경 66권은 그 주인공을 설명하기 위해서 쓰여진 거예요. 66 глав Библии записаны ради того, чтобы нам объяснить об этом. 성경의 기록 목적은 딱 하나입니다. Есть только одна цель Библии, почему она
была сделана. 주께서 보내신 일을 알라는 거예요. Чтобы знать все дела Господа. 그게 누구인지를 깨달으라는 거예요. И чтобы осознать, кто же это такой. 하나님이 보내신 이가 그리스도입니다. Кого Господь отправил, он отправил Христа. 이 그리스도를 아는 순간 우리는 세 가지 근본 저주에서 빠져나와요. И с того момента, когда мы познаем Христа, осознаем, то мы выходим из трех проклятий. 영적인 죽음에서 빠져나옵니다. Мы выходим из духовной смерти. 사단의 올무에서 빠져나옵니다. Также выходим из сети сатаны. 지옥의 배경에서 빠져나옵니다. Также выходим из покровительства ада. 그러면요, 이 근본이 해결되기 때문에 시간이 가면 갈수록 인생은 달라질 수밖에 없어요. Так как мы получаем основное разрешение с каждым временем, когда время идет, мы начинаем меняться. 여기에다가 우리가 결론을 내야 돼요. И на этом месте мы должны поставить заключение. 저는 신앙생활이 자칫 잘못하면 양다리 걸칠 것 같아요. Я думаю, что если человек будет верующий образ жизни вести в две стороны, то это не хорошо. 절반은 유대인처럼. Половину как иудеи. 절반은 성경에 있는 것처럼. Или половину как написано в Библии. 열심히 사는 것도 아닌 것 같고 또 예수를 꼭 믿는다고 해서 될 것 같지도 않고 이게 그냥 은근히 양쪽 이러면요 아무것도 안 돼요. И нельзя верить и вести верующий образ жизни в две стороны. 오직 해야 됩니다. Нужно, чтобы было только. 주의 이름으로 오시는 이에게 우리가 오직으로 거기에 집중해야 돼요. И мы должны сконцентрироваться на том, что на только Господе. 그러면서 뭐라면 주의 이름으로 오신 이를 어떻게 하라? 찬송하라는 거예요. И что говорится, что мы должны восклицать. 여러분, 찬송을 한단 말이 무슨 말입니까? А что такое восклицать? 바라본다는 것이고 경배한다는 것. Это чтобы это означает, что давать всю славу. 다른 말로 말하면 내가 의지한다는 거예요. Другими словами это взирать. 다른 말로 말하면 도움을 청한다는 거예요. Другими словами это просить о помощи. 은혜를 입겠다는 거예요. Говорится, что чтобы получить благодать. 구원은 인간의 노력으로 될 수 있는 게 아닙니다. И спасение невозможно получить людским способом. 우리가 노력으로 한 거라면 누구를 뭐 감사할 것도 없습니다. Если мы с нашими силами все делаем, мы никому не сможем дать. 근데 하나님의 은혜로 되어지면 감사가 나오겠죠. Но если через Божью благодать все восстановится, то благодарность тоже будет. 그래서 39절에 너희는 찬송하리로다 이 말은 뭐예요? 그의 은혜에 감사하라 이 말이에요. И поэтому в 39 стихе говорится, что восклицайте, воскликните, это говорится, что нужно благодарить. 로마서 10장 9절에 이런 말씀이 있습니다. От Римлянам есть такое слово. 내가 만일 내 입으로 예수를 주로 신하며 또 하나님께서 그를 죽은 자 가운데서 살리신 것을 내 마음에 믿으면 구원을 받으리라. Римлян 10 глава 9 стих. Если ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать. 우리가 할 수 있는 게요. 그 주의 이름으로 오신 이를 입으로 시인하고 마음으로 믿기만 하면 된다는. 아, то что что мы можем сделать это уверовать в Христа. 그래서 에베소서 2장 8절에 이런 말씀이 있습니다. И даже Ефесянам 2:8 говорится так. 너희는 그의 은혜에 의하여 믿음으로 말미암아 구원을 받았으니 이것은 너에게서 난 것이 아니라 하나님의 선물이라. Ибо благодать вы спасены через веру и сие не от вас, а это Божий дар. 이 구원이 정말로 믿어지고 이것에 감사하기 시작하면서 우리 인생은 달라지는 거예요. А с того момента, когда мы начинаем действительно благодарить и верить в это, то наша жизнь она начинает меняться. 영국의 유명한 찰스 웨슬레라는 목사님이 있습니다. И в Англии есть очень знаменитый пастор по имени Чарли. 그 요한 웨슬레 목사님의 동생이죠. И это младший брат одного пастора. 그 찰스 웨슬레 목사님이 이제 지은 찬양 중에 찬송가 중에 찬송가 23장에 이런 말 이런 첫 그 곡이 있습니다. И он написал гимн, это гимн 23. 만립이 내게 있으니 그 입다 가지고 내 구주 주시는 정을 늘 찬송하겠네. То что он будет всегда воздавать всю славу Господу. 내게 입이 만 개가 있어도. Говорится, что у меня уже есть. 이 만 개를 가지고 내가 할 일은 딱 하나란 거야. 나를 구원해 주신 하나님을 난 찬양하겠다. Что и то, что я имею, имея это, я буду благодарить Господа и восхвалять его. 무엇을 알았기 때문이죠? 구원이 뭔지를 알았기 때문에. Почему? Что он познал? Потому что он познал Евангелие, спасение. 황폐해지고 버림받을 수밖에 없는 내 인생을 바꿔냈기 때문에. Это потому что изменил свою жизнь, которая была брошена. 그 비밀을 알았기 때문에 나는 하나님을 찬양한다. И он сказал, потому что я познал эту тайну, осознал, поэтому я буду восхвалять Бога. 오늘 성경의 이 말씀을 믿는 날이 되길 주의 이름으로 축원합니다. И меня Господа желаю, чтобы вы сегодня уверовали в слово, которое написано в Библии. 너희는 찬송하리로다 주의 이름으로 오시는 이여. Воскликните, потому что Господь грядет. 그래서 우리가 하나님을 찬송하는 우리를 통해서 하나님 뭘 하시겠다는 걸까요? И говорится, что же Бог через нас делает? 우리를 적과 꾸리는 땅으로 인도하여
제사장의 나라의 축복을 누리게 하겠다라는 겁니다. Господь говорит, что он ведёт нас, поведёт нас в ханаанскую землю, откуда течёт мёд. 여러분, 황폐하고 버림받은 사람 가지고 하나님이 쓸 수 없잖아요. 하나님의 은혜 가운데 있는 사람을 통하여 세상 살리는 사명을 감당하게 하겠다는 거예요. Бог не будет использовать человека, который рассеян и брошен, а через человека, который имеет благодать. 여러분, 우리가 먼저 이 구원의 축복부터 누리는 날이 되길 주여 축원합니다. Я желаю, чтобы мы именем Господа, чтобы мы сначала благодарили о нашем спасении. 하나님 처음부터 이스라엘을 선택할 때 이 사명을 놓고 그들을 택하고 부르겠다고 얘기한 거거든요. И Господь с самого начала, когда он избрал израильский народ ради спасения, он сказал почему? 출애굽기 3장 8절에 보니까 주님께서 이렇게 얘기합니다. 내가 애굽에서 너를 건져내요. 저 아름답고 광대한 땅, 적과 꿀이 흐르는 땅으로 너희를 인도하리라. 이스코 38 говорит, что я буду вести тебя в красивую землю. 여기 보면요. 아름다운 땅, 광대한 땅, 적과 꿀이 흐르는 땅 이렇게 얘기해요. Здесь говорится, что великая земля, прекрасная земля и также земля, где течёт мёд. 원래 하나님이 이스라엘을 선택하고 축복한 목적이 이것 때문이라는 거예요. 그런데 실제 가나안 땅이 아름답고 광대하고 적과 꿀이 흐르냐면 안 그렇습니다. 이스라엘은요, 지금 땅도 조그맣지만 그게 광대한 땅이 아니에요. 아주 조그마요. 경기도, 강원도하고 경상북도만은 땅이니까 그런 땅을 광대하다고 왜 하나님이 썼나 모르겠어요. 하여튼 하나님 표현되면 그런 땅을 좀 광대하다 했고 그리고 그 땅에 2분의 1이 사막이에요. 예, я не знаю, почему Господь сказал, что в землю хорошую и большую, потому что это был на самом деле маленький народ, но на это была причина. 이스라엘의 네게브 사막이라고 그 사막이 절반을 차지합니다. 이 이스라엘의 4개 пустыни, и это больше этого. 농지가요. 15%밖에 안 돼요. И даже то, что земледелие занимает только 15%. 농경지는 그 땅 중에 3.8%밖에 안 돼요. И очень малое количество занимает. 80.6%가요. 경작을 할 수 없는 땅이에요. 80% там вроде бы ничего нельзя. 사람이 거주는 할 수 있으나 농사는 안 돼. Человек может там проживать, но не может заниматься. 근데 하나님이 그런 땅을 아름다운 땅. 광대한 땅. 그 적과 꿀이 흐르는 땅이라고 했어요. Но Господь, смотря на эту землю, сказал, что это хорошая земля, просторная и где течёт молоко и мёд. 이거는요. 그 토지의 상태를 놓고 얘기한 얘기가 아닙니다. И это не говорилось, смотря на внешний вид этой земли. 영적인 비밀을 얘기한 거예요. Говорится, что говорится о духовной тайне. 그 가나안이 바로 예수 그리스도가 올 땅이잖아요. Потому что это ханаанская земля, земля, куда придёт Иисус Христос. 그리스도는 세상에서 가장 아름다운 분이에요. Потому что Христос он самый Христос로 아는 순간 인생 가장 아름다운 삶이 되는 거예요. И с того момента, когда мы познаем Христа, наша жизнь она начинает казаться. 그리스도로 아는 순간 우리 인생은 광대한 그 지경이 넓어지기 시작해요. И с того момента, когда мы познаем Иисуса Христа, наша жизнь она становится большим. 그리스도 그분 자체가 우리에겐 생명이고 우리의 젖이 되는 거예요. И сам Иисус Христос для нас является жизнью, молоком и мёдом. 요한복음 6장 35절 이런 말씀이 있잖아요. И от Иоанна же есть такое слово. 나는 생명의 떡이다. Что я хлеб жизни. 내게 오는 자는 주리지 아니하리라. Что те, которые ко мне придут, они не умрут. 나를 믿는 자는 영원히 목마르지 아니하리라. А что, который будет верить в меня вечно, он никогда не будет голоден. 이게 굉장히 영적인 의미로 쓴 단어예요. И это местописание именно говорится о духовном. 그렇게 그 아름답고 광대한 땅, 적과 꿀이 흐르는 땅으로 인도해서 뭘 하겠다는 거냐? И что же Господь говорит, что когда он поведет в землю, где течет молоко и мед? 출애굽기 19장 5절에서 6절 보니까 우리를 제사장의 나라로 만들겠다. И от исхода 19 главе говорится, что нас он сделает народом первосвященников. 창세기 12장 1절로 3절에 나오죠. 너로 말미암아 만민이 복을 받게 하리라. 이 다시 그래서 또 через тебя многие народы спасутся. 우리가 전 세계 살리는 2, 3, 7, 5천 종족 살리는 그 사명을 감당하는 사람으로 그 나라로 우리를 쓰시겠다는 게 하나님 뜻이에요. 이 Божья цель, Божий замысел, чтобы мы были использованы в оживотворении спасения 237 стран и 5000 племен. 이것을 이스라엘이 몰랐다는 거예요. 그래서 또 이스라엘의 народ они не знали об этом. 그리스도 를 아는 순간부터 그들의 인생이 완전히 달라지는 건데 이거 하나만 모르고 살았다는 거예요. 이 스타범맨 когда они познали бы Иисуса Христа, их необычная жизнь могла бы измениться, но они не знали это. 오늘 우리도 잘못하면
유대인처럼 살 수 있습니다. 나 последнее, если мы тоже неправильно поймем, то мы тоже можем жить как. 그리스도를 알기를 우습게 알고요. 난 열심히 최선을 다하고 뭐 노력하면 되고 성공하면 이렇게 생각하기 정말 이런 착각을 많이 한단 말이에요. И люди очень много заблуждаются, говоря, что я очень хорошо верю и также хожу в церковь. 성경은 뭐라고 하냐면 황폐해지고 버림받아질 거죠. А что Библия говорит, что это рассеянные и брошенные. 우리가 그리스도 안에서 아름답고 광대하고 적과 꾸리는 인생이 되어지기를 주여 축원합니다. 그냥 고스플라자 чтобы наша жизнь стала той жизнью, как эта хорошая земля и как земля, в котором течёт молоко и мёд. 그리고 제사장의 사명, 제사장 나라의 사명을 감당하는 여러분 되기를 주여 축원합니다. 그냥 고스플라자 чтобы вы смогли нести на себе такую миссию, как царственное священство. 그래서 이스라엘 향한 하나님의 계획은 절대적인 게 있어요. И также у Бога есть абсолютный план на израильский народ. 창세기 12장 1절로 3절은요. 복의 근원이 된 것이다. 이 Откровение 12:1-3 говорится, чтобы стать источником благословения. 저와 여러분은 복의 근원인 것입니다. 이 вы являетесь источником благословения. 여러분 한 사람 때문에 여러분의 가문이 살아나기를 바랍니다. Я желаю, чтобы через вас одного человека ваш род. 우리 교회 때문에 이 민족과 세계가 사는 날이 일어나기를 바랍니다. Я желаю, чтобы через нашу церковь многие народы смогли бы спастись. 이게 복의 근원이라는 말이에요. Говорится, что это является источником благословения. 여러분 진짜 내가 그리스도를 알면 나는 복의 근원이 됐구나 믿으시길 바랍니다. Я желаю, чтобы вы верили, что вы являетесь источником благословения. 또 하나 내가 제사장의 나라의 백성이 된 거예요. А также я становлюсь народом царственного священства. 이 시대에 내가 그리스도의 삼직의 일을 감당할 제사장이 됐구나라는 걸 믿으시길 바랍니다. Я желаю, чтобы вы верили, что вы являетесь царственным священством, где есть три дела. 다른 사람의 인생의 운명을 바꿔줄 수 있는 사람이 나라는 거예요. И говорится, что я являюсь тем человеком, который могу изменить. 그래서 여러분을 만나는 사람은 운명이 바뀌어질 겁니다. Судьбы человека, с которым вы будете встречаться, они поменяются. 아니, 진짜 이걸 믿으시기 바라요. Я желаю, чтобы вы правда верили. 여러분이 뭐 실력이 좋고 뭐 능력이 있어서가 아니라 내 안에 있는 그리스도가 그 일을 행할 것입니다. Не потому, что у вас есть много сил, не потому, что вы являетесь, а потому, что у вас есть Иисус Христос, который все делает за вас. 이사야 60장 1절로 3절에 뭐라고 하냐면 너희는 일어나 빛을 발하라 하는 거예요. А также Исаия 60 глава с 1 по 3 стих говорится: «Восстань, свети». 그러면 모든 나라들이 그리고 원방에 있는 왕들이 내게 돌아올 것이다. Что многие цари придут к тебе. 희한하죠. 우리 보고 일어나서 그리스도의 빛을 발하면요, 많은 나라들이 너에게 오고 많은 왕들이 너의 빛으로 올 거라는 거예요. Интересно же, что говорится, что восстань, светись, и тогда многие народы, многие цари придут к тебе. 어떻게 빛을 비칩니까? А как мы можем светить светом? 여러분이 그리스도의 그 복음의 감사와 은혜를 누리고 있으면 돼요. Вы можете просто наслаждаться благодатью Бога и Евангелия. 그 복음을 조금만 여러분 증거하면 돼요. Вы можете немножко говорить только об этом Евангелии. 그러면 237 나라를 살리고 5천족 살리는 역사가 일어날 줄 믿습니다. И я верю, что тогда произойдет действие, которое оживет 237 стран и 5000 племен. 그 자꾸 이 껍데기만 보고 속지 마세요. И не обманывайтесь тому, что видно глазам. 아휴, 뭐 나 같은 사람이 뭘 하겠냐. 이게 진짜 사단이 가장 확실하게 지금 속이는 속임수입니다. 아, то, что я ничего не смогу, ничего не получится, это обман сатаны, который он сейчас вам дает. 이런 교회가 뭘 한다고 속지 마세요. Или наша церковь что нам может сделать? Не обманывайтесь там. 초대교회 성도들 정말 그 시대에 별 볼 일 없었어요. Верующие ранние церкви в ту эпоху у них ничего не было. 로마서 16장에 나오는 사람들의 대부분은 노예들의 이름입니다. А люди, которые говорится в Римлянам 16, в основном они все были рабами. 근데 그들이 로마 그때 최고의 강대국 제국 로마 제국이죠. 제국을 바꿔 버린 거예요. Но они тогда оживотворили Рим, который на то время был великой державой. 여러분 지금 눈에 보이는 것만 보고 속지 않기를 바랍니다. Я желаю, чтобы вы сейчас не обманывались туда, что видно вам. 여러분 세상을 바꿀 수 있는 힘이 이미 주님이 주어진 줄 믿습니다. Я верю то, что потом уже Бог вам дал силу изменить этот мир. 자, 말씀을 맺습니다. Я дам заключение. 그래서 여러분 지금부터 내가 237을 살리고 5천 종족 살릴 수 있는 사람이라는 것을 편집, 설계, 디자인하는 날이 되길 바랍니다. Я желаю, чтобы этот день для вас стал, чтобы вы сделали также редактирование своей жизни и также дизайн своей жизни ради оживотворения. 오늘부터요 한번 나 자신에게 새로운 디자인을 해보세요. И сегодня начните самого себя заново дизайн сделать. 새로운 인생을 놓고 편집을 시작해보세요. И попробуйте начать новую жизнь редактирование. 이렇게 생각해보세요. 아, 나 이제 이렇게는 안 살겠다. 난 분명히 난 다른 인생을 살겠다라고 한번 그 언약 잡고 편집을 해보세요. И попробуйте войти в завет, сказать, что я больше не буду так жить, а я
изменю свою жизнь. 여러분 하나님 우리에게 어마어마한 능력을 줬는데 아, 난 이렇게 그냥 살다 갈래 하지 말고 이제부터 편집을 하라니까요. Говорится, что Господь вам дал большую силу и не говорите, что у вас больше ничего не получится, начните редактировать вашу жизнь. 요셉이 아버지 야곱에게 자기 얘기를 한 거예요. Яков, Иосиф сказал своему отцу Якову свой рассказ. 아버지 저는 그냥 양이나 치고 이렇게 살지 않고 해와 달이 별이 내게 절을 하고 많은 곡식단이 내게 절하는 그런 새로운 인생을 전 살겠습니다. Иосиф сказал своему отцу, что отец, я больше не буду пасти овец, то я буду жить жизнью, что многие, много звезды и луна будут мне поклоняться. 아, 편집을 오늘부터 하라니까요. Я хочу, чтобы вы начиная с сегодняшнего дня начали. 어제는 되게 기분 날이 기분 좋은 날이었어요. И вчера для меня было днем очень хорошим днем. 우리 렘넌트가 이제 벌써 커가지고 이제 사업을 시작한 거예요. И наш ремнант он уже подрос и он начал свой бизнес. 가가지고 개업 예배 부르는데 얼마나 기분이 좋은지. И мы, я пошел на открытие и давал тоже проповедь. Я был очень рад. 그래서 예배 드리면서 내가 그런 얘기를 해줬어요. 새로운 인생의 설계 편집을 하고 도전하라. Я давая проповедь сказал этому молодому нашему ремнанту, чтобы он начал новую жизнь вместе с заветом. 여러분 한번 새로 편집을 하세요 이제부터. И начиная сейчас начните редактировать. 한번 요셉을 생각해 보세요. Попробуйте подумать об Иосифе. 여러분 다윗도 편집을 한 겁니다. И Давид тоже редактировал. 나는 вами дел кошта. Что я стану царем. 편집을 한 거예요 자기가. Он сам себя редактировал. 그럼 말씀을 갖다가 계속 생각하고 묵상하고 한 거예요. 이 임의 Божье слово он всегда размышлял над этим. 세 가지로 편집하시기 바랍니다. Я желаю, чтобы вы три вещи редактировали. 나는 영적 파수꾼이다. Во-первых, что я духовный страж. 난 영적 대사다. Я духовный посол. 난 영적 의사다. Я духовный врач. 나는 복음과 교회를 지키는 파수꾼이다. И я духовный страж, который охраняет эту. 내가 일을 해낼 것이다. И я смогу это сделать. 아, 이거 편집을 하세요. Попробуйте так редактировать. 나는 그리스도의 대사다. Что я являюсь послом Христа. 모든 사람에게 그리스도의 삼직을 선포해서 그들의 저주와 재앙을 나는 해결해 줄 사람이 되겠다. Я стану тем человеком, который разрешит все проблемы. 난 영적인 의사다. Христа, что я духовный врач. 나를 만나는 모든 사람은 그 질병과 고통에서 빠져나오는 영적 의사의 역할을 하겠다. Что я буду как духовный врач, который будет помогать тем людям, которые находятся в многих болезнях и страданиях. 아니, 이걸 편집을 하시려니까요. Я хочу, чтобы вы это редактировали. 이게 무슨 말이 각인을 시키라고요. О чем это говорится, чтобы вы запечатлели это в себе? 하나님은 나를 이렇게 쓰실 것이라고 각인을 하세요. И запечатлите это в себе, то, что Бог будет вас так использовать. 아멘. 아멘. 그러니까 그 얘기를 야곱이 듣더니 어, 이 아들 얘는 이게 각인 됐네 이렇게 느낀 거잖아요. 이 아까 слушая все слова своего сына, он поверил в это. 그냥 이런 얘기할 때는 어 그런가 하다가 또 예배 끝나고 나가면 다 잊어버리고 그 각인 안 되는 거예요. А если вы после богослужения выйдете за дверь и все забудете, это значит вас еще не запечатлилось. 옛날에 그 김영삼 대통령이 그 학생 시절에 자기 책상 앞에다 딱 붙여놨대잖아. 미래의 대통령 김영삼 이게 써붙였었다잖아요. 예, в прошлом, когда у нас был президент по имени Ким, он даже когда учился в начальной школе, он написал своей партии, что он будущий президент. 편집한 거예요, 편집. Он редактировал. 자기의 영혼 속에 각인시켜버린 거예요. Потому что он это запечатлел глубоко в себе это. 우리는 뭘 각인시킬까요? И что же мы должны запечатлеть в себе? 영적 파수꾼 대사 의사를 각인시키기를 바랍니다. Я желаю, чтобы вы запечатлели в себе как духовный врач, духовный посол и духовный страж. 두 번째는요, 하나님의 계획을 두고 설계를 하세요. И во-вторых, имея впереди Божий план, проектируйте. 뭘 설계한단 말입니까? А что нужно проектировать? 2, 3, 7, 5천 종족 살리는 영적 설계를 하세요, 이제부터. И делайте духовное проектирование, которое оживотворит 207 стран и 5000 племен. 그래서 모든 병든 자를 치유하는 치유자의 설계를 해보세요. 예, попробуйте проектировать проект исцелителя, который будет исцелять всех. 내가 렘넌트를 서밋으로 세우는 그런 사역자의 설계를 한번 가져보세요. А также имейте свой проект служителя, который будет служителем для ремнантов. 세 번째는 현장을 두고 인생을 새롭게 디자인하기를 바랍니다. Желаю, чтобы в-третьих, чтобы имея ваше место действия, вы смогли сделать дизайн вашей жизни. 디자인한다는 얘기는 그린다는 겁니다. А что такое сделать дизайн? Это рисовать. 다섯 뜰의 교회를 한번 디자인해 보세요. Попробуйте оставить за собой дизайн 5. 제가 우리 한국어 교실 하는 분들한테 얘기했어요. 한국어 교실을 한번 디자인해 보세요. И вы сейчас ведете корейский класс у нас в церкви. Попробуйте сделать дизайн. 아, 나중에 한국어 스쿨까지 내가 한번 우리가 해보자. 디자인을 해보라니까요. И попробуйте сделать такой дизайн, что потом мы создадим даже школу. 미션
홈하는 분들은 디자인하세요. 미션 하우스의 응답을 내가 받을 것이다. А люди, которые сейчас находятся внутри миссионерского дома, возьмите за такой ответ, как вы потом еще станете служителем. 이거 필요합니다. 미션 하우스의 그 언약을 디자인해 보세요. И попробуйте проектировать завет. 치유 사역하는 분들은 또 디자인이 돼요. 네, 치유 센터에 대한 언약을 디자인합니다. А также сейчас верующие, которые ведут служение исцеления, попробуйте тоже проектировать. 오전에 잠깐 우리 그 구역장 모임 했는데 그때 오늘 제목이 뭐냐면 서밋스쿨이었어요. 아, сегодня утром мы рано утром проводили собрание со старшими верующими. Мы говорили, тема была. 스쿨이 뭡니까? 학교란 얘기잖아요. Была школа тема. Школа это есть. 서밋 학교잖아요. И школа саммита. 이 서밋 학교에 대한 디자인을 해보시라는 거예요. И я сказал, чтобы они сделали дизайн. 그리고 지금부터 기도하세요. 이 с этого момента начните молиться. 여러분, 나는 연약하지만 내 안에 계신 주님은 무한합니다. Я даже если я немощен, но Господь, который находится внутри меня, он всемогущий. 절대 불가능한 같은데 하나님은 나를 들어 절대 가능의 역사로 인도한 게 하나님의 역사예요. 이 Господь делает такое действие, вроде бы я абсолютно невозможный, но Господь делает меня абсолютно возможным. 성도님들이 모세 많이 존경하죠? 이 наши верующие очень хорошо уважают Моисея. 뭐든지 모세는 홍해도 걸르고 엄청 좋았겠다 이런 얘기가 돼. 이 наверное некоторые верующие говорят, что повезло Моисею. 그 얘기는 무슨 얘기를 하고 싶은 거죠? 아, что они хотят этим сказать? 바로 우리가 모세라는 거예요. То, что мы являемся тем Моисеем. 우리가 모세가 될 수 있다는 거예요. И мы можем стать как Моисей. 우리가 절대 불가능한 홍해를 건널 수 있는 사람이 될 수 있다는 거예요. И мы сможем стать человеком, который может пройти через Красное море, которое было абсолютно невозможным. 누구를 바라볼 때요? 전능하신 하나님을 바라볼 때. Когда на кого мы взираем, когда мы взираем на всемогущего Господа. 다윗이 그 하나님을 향하여 고백했던 겁니다. И Давид, взирая на Господа, исповедовался. 내가 눈을 들어 산을 보리라. И я буду смотреть высоко. 나의 도움이 어디서 올까? И откуда же приходит моя помощь? 천지를 지으신 여호와께로부터 오는 겁니다. Приходит от Господа, который сотворил этот мир. 이거를 다윗이 그냥 노래 대충 그냥 뭐 이렇게 기타 치며 하는 노래 이게 아니고 자기의 인생 편집으로 고백했던 겁니다. И Давид он не просто пел на гитаре об этом, он действительно редактировал это в себе. 오늘 우리는 이렇게 우리를 통해 하나님이 세계를 살릴 이름을 주셨어요. И сегодня Господь нам дал такое имя, чтобы мы смогли спасать многие страны. 이 축복이 오늘 이 자리에 모인 여러분에게 나타나기를 주의 이름으로 축원합니다. Я желаю, чтобы это благословение сегодня снизошло на вас. 기도하겠습니다. Помолимся. 하나님 감사합니다. Бог, мы благодарим тебя. 오늘 주신 말씀을 붙잡고 다시 한번 내 인생을 새롭게 편집, 설계, 디자인할 수 있도록 은혜를 베풀어 주옵소서. Господь, дай нам то благодать и благословение, чтобы сегодняшнее слово мы смогли ухватиться. 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 예수 그리스도 아멘. 아멘.